Как здорово, что в воскресенье можно приходить в Дом Божий. Svētdienā var nākt uz Dieva namu. Аллилуйя. Мало ли, какой была твоя неделя. Maz kāda ir bijis tava nedēļa. Мало ли, mazums. Что происходило? Kas ir noticis? Наверху был ты или внизу? Tu biji virspusē vai lejā? Удачно. Veiksmīgi. Или не совсем удачно? Vai ne visai? Никогда не зацикливайся на транзитных ситуациях. Никогда не зацикливайся на транзитных ситуациях. Потому что все решает финал. Тапец к вису. Амен. Весь на финал. Амен. Поэтому пусть этот день принесет утешение. Тапец лащий день отнес ты умеренная. Пусть этот день принесет. Лащий день. Устройство. Отнес ты в икартотибу. И благословение. Он святибу. В нашу судьбу. Мусу дзиве. И в нашу жизнь. Мусу ликтени. Тема проповеди. Святрунс тема. Нам хочется видеть Иисуса. Mums gribas redzēt Jēzu. Очень бы хотел. Ļoti gribētu. Чтобы это была единая мечта народа Божьего. Būtu vienots Dieva tautas sapnis. Очень бы хотел. Ļoti gribētos. Чтобы это желание. Lai šī vēlēšanās. Обжигало нас изнутри. Apdedzinātu mūs no iekšienes. Вопрос не совсем корректный. Jautājums ne visai korekts. И может быть не совсем удобный. Он, может, не весь ерц. Что тебе сейчас хочется? Ко ты вот так гребас? И детектор лжи здесь не нужен. Он мало детектор шет, но вайдзикс. Потому что ответ на этот вопрос. Ка отбил душой я утайму. Намного важнее тебе самому. Или да от свари как стел пашам. Чем кому-либо другому со стороны. Кадам цитам кушер мала. Ответ на этот вопрос отбил душой я утаем может влиять вар етекмет на многие вещи уздаудзам летам это мотивационная область тас ир мотивативс где рождаются желания кур родас вэлэшенас это тайна это всегда нослэпумс магия та венмер тас это всегда какая-то мистика та венмер каукад мистика область желаний вэлэшену юома вот не было желания не би вэлэшенас а вот теперь есть он лук тагад вени парадиас. А желание bet vēlēšanās строит настроение veido noskaņojumu. А настроение bet noskaņojums это атмосфера tā ir atmosfēra в которой ты принимаешь решение kurā tu pieņem lēmumu. А какое у тебя принято решение bet kāds tev pieņemts lēmums от этого зависит no tā ir atkarīga поступок tava rīcība. А этот поступок bet šī rīcība он может либо принести благословение viņa var atnest vainu svētību либо лишить благословения vainu atņemt to поэтому никогда tāpēc nekad легкомысленно, вегулпратиги, не относись не ист, к своим желаниям, пред своим велешенам. Оттуда все начинается. Но туриенс висакас. Оттуда все начинается. Но туриенс висакас. Такая странная область нашего естества. Тада дивайна юома мусу бутиба. Сердце. Сердце. Оттуда источники жизни. Но туриенс дивиб савоти. И из сердца исходят злые помыслы. Но сердце на кляуны на доме. Вот иди и разберись. Эй, он тет скайдриба. Кто руководит нашим сердцем? Курш вада мусу сирди. Если сердце это колыбель. Если сердце это шупулс. Наших желаний. Мусу вэлэшенам. Почему написано, не давайте место дьяволу? Капец и ракстис, не дудет вету вэлнам. Потому что иногда дьявол вкладывает мысль. Тапец к вэлнс дрэжис илэк дому. И дьявол вкладывает желание. Он вэлнс илэк ари вэлми. Поэтому мы должны быть мудрыми. Tāpēc mums jābūt gudriem, чтобы испытывать духов. Lai pārbaldītu garus, которые приносят желания. Kuri atnes vēlēšanos. Revīzija своих желаний. Savu vēlmu revizija. Это удел взрослого человека. Tas ir pieaugušas cilvēka daļa. Почему? Потому что это зародыш. Tāpēc, ka tas ir iedīglis. Завтрашней судьбы. Rītdienas liktenim. Желания. Vēlēšanās. Если это желание. Ja šī vēlēšanās. Получает саням путёвку в жизнь цели зими дзиве то желание превращается в мечту ты двелаешь нас парвеш сапни а мечта уже контролирует образ жизни я у контролирует дзивс вейду поэтому вот сегодня тема та пачудинс тема нам хочется видеть Иисуса мумс грибас редзет Иезу эту фразу сказали елены шу фраз тейца которые пришли в Иерусалим на праздник отнацу зерзла мы у святки. Кто такие елены? Ir... Это жители древней Греции. Tas ir Grieķijas iedzīvotāji. У которых была своя античная культура. Kuriem bija sava kultūra. Мифология. Mitoloģija. Тысячи своих богов. Tūkstoši savu dievu. Греческие философы. Grieķi filozofi. Издревле славились своей мудростью. Viņi tika slavēti ar savu gudrību. И имея в общем-то достаток во всём. Vispār viņiem bija pietiekams viss. Kultūrai i arhitektūrai. Un arhitektūra. И язычестве, ган паганизм, и божества, ган девибас, и в достижениях, ган саснегумос, вдруг в недрах, ум пекшни,
в недрах этой процветающей цивилизации появляются люди, cilvēki, которые вдруг ощутили внутри желание, kur pēkšņi sajūta iekšā sev vēlmi, нехватку чего-то, kaut kā trūkumu, нехватка чего-то, kaut kā trūkumu, у меня все есть, man viss ir, но что-то в них хватает, bet kaut kā man trūkst. Может быть, и здесь такие есть. Varbūt arī šeit tādi ir. Вроде так, неплохо жизнь устроена. It kā tā neslikti dzīve riekārtojusies. Вроде есть, it kā ir. Что есть, и во что одеться. Un ko vilkt. Чего-то не хватает. Bet kaut kā trūkst. Они знали разных богов. Viņi zināja visādīgus dievus. И богинь. Un dievietes. Не хочу их рекламировать. Negribu tās reklamēt. Они так много всего знали. Viņi tik daudz visko zināja. Но что-то внутри однажды пробудилось, iekšā vienreiz atmodās, sāsinājās. И они, un viņi, преодолев, pārvarot, большое-большое расстояние, lielu-lielu attālumu, прибыли в соседнее государство. Ieradās kaimiņu valstī. Они попали на праздник. Viņi nokļūs svētkos, где в центре, kur draudzē, была личность. Bija personība. Эта личность не вписывалась в пантеон personība греческих богов. Grievu, grieķu dieviem. 30 лет. 30 gadi. Какая здесь предыстория? Kāda šeit vēsture iepriekšējā? И он отличался от всех остальных. Un viņš atšķīrās no visiem pārējiem. Поэтому они говорят. Tāpēc viņi saka. Одному из учеников. Vienam no mācekļiem. Андрею Филиппу. Андрею Филиппам. Я недавно прочитал. Es nesen izlasīju. Что, почему? Kādēļ? Jeleni обратились к Андрею Филиппу. Grieķi vērsās pie Andreja un Filipa. И существует одно мнение, что eksistē viena doma. Из-за того, что это греческие имена или имена, имеющие греческое происхождение. Ka šiem vārdiem bija grieķiska izcelsme. Поэтому как бы они un tāpēc viņi it kā увидели своих ieraudzēja savējos. В лагере Иисус. Jēzus nometnē. Не знаю, не проверял эту информацию. Es neesmu pārbaudījis šo informāciju. Но прикольно. И когда Иисус, un tad, kad Jēzus, они подошли к Иисусу, viņi piegāja pie Jēzus, и сказали Иисус, un sacīja, Jēzu, тебя хотят tevi grib видеть, redzēt. Он спрашивает, кто? Viņš prasa, kas? Они говорят, греки. Viņš saka, grieķi. Иисус сказал одну очень уникальную, Jēzus teica vienu unikālu, уникальную фразу. Unikālu frāzi. Он сказал, viņš sacīja, пришел час, ir pienākusi stunda, прославиться, сыну человеческому. Как погодинасьес человека дэлс. Давайте прочитаем эту историю. Излосисим шо нотикуму. Она лежит в основе этих рассуждений. Viņa ir pamatā šīm pārdomām. Но, по крайней мере, я вижу эту духовную формулу. Redzu šo garīgu formulu. Дух Святой. Svētais gars. Всегда прославляет Иисуса. Vienmēr pagodina Jēzu. В тот момент. Tanī mirklī. Когда кто-то настойчиво ищет его. Kad kāds ustājīgi meklē viņu. Для того, чтобы Сын Божий прославил тебя, чтобы Он явил свои знамения и чудеса, lai viņš zīmes un brīnumus, необходимо, чтобы кто-то ir nepieciešams, lai kāds неотступно, neatlaidīgi и настойчиво ustājīgi искал его, viņu meklētu. Если его никто не ищет, ja viņu neviens nemeklē, нет смысла, tad nav jēgas открывать свои ресурсы, atvērt savus resursus. Но если кто-то, bet ja kāds ищет Иисуса, meklēja Jēzu, это дает ему право, tas dod viņam tiesības показать себя, parādīt sevi, во всей своей славе, visā savā godībā, навязывать свои чудеса, uzspiest savus brīnumus, он никому не будет, viņš nedarīs nevienam to, он говорит, ищите, viņš saka, meklējiet, и тогда найдет, un tad atradīsiet, и тот, кто приходит ко мне, tas, kurš nāk pie manis, он обязательно, viņš noteikti, увидит славу Божию, ieraudzīs Dieva godību, моя молитва, manu lūkšana, и хочется верить. Un gribas ticēt, что в этом зале. Ka šī zālē есть хотя бы несколько ir человек. Ir kaut daži cilvēki, которые неотступно, kuri neatlaidīgi хотят, grib видеть, redzēt. Не столько благословения, ne tik daudz svētības, сколько самого Иисуса. Cik pašu Jēzu. Кто ты, Иисус? Kas tu esi, Jēzu? Даже если ты ничего не сделаешь. Pat ja tu neko neizdarīsi. А посмотришь в мои глаза. Bet ieskatīsies manās acīs. Мне этого будет. Хватать, man ar to arī pietiks, чтобы пережить, lai pārdzīvotu твой личный взгляд, tavu personīgo skatienu. А если ты еще благословишь, bet ja tu vēl svētīsi, я буду безмерно счастлив. Es būšu laimīgs. Если кто-то, ja kāds здесь, šeit, настойчиво, uzstājīgi ищет Иисуса, meklē Jēzu, Иисус отреагирует, Jēzus reaģēs, и он скажет ту же фразу, un viņš teiks to pašu frāzi, пришел час, ir pienākusi stunda,
прославиться погодинаties. Сыну человеческому. Цилвагдалам. Я мечтаю об этом. И сапнёю пар то. Господь. Кунгс. Мы хотим видеть славу Твою. Мы хотим видеть угоды Ибу. Мы хотим видеть могущество Твое. Мы хотим видеть уварене Ибу. Мы хотим видеть, как вся земля покрыта славой Твоей. Мы хотим видеть, как вся земля обклада Деву Годи. Потому что мы устаем от негатива, да, проклятия. Да, потому что мы устаем от негатива, но ласта. Вчера нам хотелось видеть что-то другое. Мы хотим видеть какого-то циту. Но сегодня Бечоден. Это все опостылило. Тас висер апниц. И потеряло смысл. Заудейс ягу. И то, что для нас вчера было преимущество. И тас, кас причмум свакар бий прекшуоцей. То, что было признаком. Тас, кас вакар. Престижа. Бий пер престиж пазыми. Все поблекло. Висер апдзисис. И что-то внутри. Он каукас иакша. Говорит другое. Сака каукво циту. И внутри вдруг просыпается то жгучее желание. Акмодаш и дагоша велме. Мне ничего не надо. Мнова дзикс не кас. Ничего не хочу. Нико не грибу. Хочу одного. Грибу тикай вену. Хочу видеть. Грибу редзет. Иисуса. Езу. Как это происходит? Ка тас нотиек? Я не знаю. Эс не зину. Но я знаю одно. Бет зину вену. Что мы нашими желаниями ka mūsu vēlmes руководит Святой Дух. Vada Svētais Gars. Ну, чтобы Дух Святой заинтересован. Tāpēc, ka Svētais Gars ir ieinteresēts. Детей. Bērnus. Привести к Отцу. Atvest pie Tēva. Дух Святой заинтересован. Svētais Gars ir ieinteresēts. Чтобы каждый из нас lai katrs no mums осмыслили и до конца усвоили apzināt un līdz galam saprast без Иисуса ka bez Jēzus мы пропали. Mēs esam pazuduši. Без Иисуса. Без Jēzus. Нет будущего. Но у накотнес. Без Иисуса. Без Иисус. Ни на этой земле. Не уши земли. Ни при этой жизни. Не пиши из ни после этой жизни. Не печи из дивы. Нам ничего хорошего не светит. Мумс не кала бы нау. Иисус есть путь. Дейс ир цель. Иисус есть истина. Дейс ир патеса. Иисус есть жизнь. Дейс ир дзивība. Он хлеб сходящий. Винчир майзи, кас нак но аукшенс. Он вода. Винчир удэнс. В палящей пустыне. Свалмоеша тукснеси. Он друг, который никогда. Винчир драугс, курш некад. Не бросит. Не памятис. И никогда не предаст. Он никад не нодос. Еще одна особенность. Вел вена ипшиба. Иисус. Дейзум. Никогда. Некад. Не осуждает. Не нотеса. Религия. Религия. Тебя растерзает. Саплейсис теви. Но Иисус. Бет Иисус. Никогда. Некад. Вот почему многие люди путают. Kādēļ daudz cilvēki jaudas? Разочаровываются в Боге. Ir vīlušies Dievā. Потому что познакомились. Tāpēc, ka iepazinās. Религиозной системой. Ar reliģisko sistēmu. Но не познакомились. Bet neiepazinās. С Иисусом. Ar Jēzu. А это не одно. Bet tas nav viens un tas pats. В этой религиозной системе. Šī reliģiskajā sistēmā. Можно разочароваться. Var vīlties. Потому что она жестокая. Jo tā ir cietsirdīga. Она беспощадная. Tā ir nežēlīga. Но Иисус Bet Jēzus, это что-то другое. Tas ir kaut kas cits. Религиозная система может Reliģiskā sistēma связать тебя, var sasiet tevi, обвинить во всех грехах, apvainot visos grēkos, и устроить публичную казнь, publisku sodu. Но Иисус Bet Jēzus, в этих же обстоятельствах, šinīs pat apstākļos, он ведет себя иначе. Viņš uzvedās pavisam savādāk. Он пришел не судить. Viņš ir atnācis nevis tiesāt. Он пришел спасти мир. Bet atnācis izglābt pasauli. И когда люди знакомятся с таким Иисусом, un tad, kad cilvēki iepazīstas ar tādu Jēzu, у них появляется интерес. Viņiem parādās interese. А кто же это? Bet kas tas ir tāds? А кто же это? Bet kas tas ir tāds? Иногда даже кажется, что мы все знаем о нем. Pat liekas, kad visu zinām par viņu. А мы ничего не знаем о нем. Bet patiesībā nezinām neko. Потому что это полнота божества телес. Tāpēc, ka tā ir dievišķa pilnība miesā. Мы себя сами до конца не знаем. Mēs paši sevi līdz galam nepazīstam. Что говорить уж о нем? Ko runāt vēl par viņu? Поэтому я верю. Tāpēc es ticu. Что вот такие встречи. Ka tādas tikšanās. Они особенные. Tās ir īpašas. И мне кажется, кардинальные перемены в жизни. Kardināls pārmaiņas dzīvē. Начинаются. Sākās. С вот этого какого-то жгучего, внутреннего, ну, необъяснимого желания дегошас неискайдруемас велмес икша видеть Иисуса. Ираудзит Иезу. Нет, это не сантимент. Не тас тено сантименты. Это зародыш великой судьбы. Тас ир иедиглс лелам ликтеним. Это зародыш тас ир иедиглс нового Jauna. Образа жизни. Дзивс вейдам. Ну что Иисус? Тапец ка Иезус. Он изменит все. Viņš izmainīs visu. Иисус Jēzus. Это рубеж. Tā ir robeža. На котором закончился Старый Завет. Kur beidzās vecā derība. И начался Новый Завет. Un sākās jaunā derība. Иисус Jēzus. В твоей судьбе. Tavā dzīvē.
может перелистнуть страницу Ветхого Завета и открыть страницу новую, открыть новую эпоху, открыть новую лайку, потому что он другой. Тапец, как он чир савада. С ним не скучно. Ар винь много арлайцеги. Он всегда. Винь венемер. Открывать будет новые горизонты. Отверть яунус горизонтус. С ним интересно. Ар винь ири интересанты. Поэтому очень бы хотелось. Тапец, люди гребят вас. Чтобы внутри нас. Лай мусо секша. Среди суеты. Стейкс виду. Среди хаоса. Хаоса. Прежде всего в своих мыслях. Пирмам картам савас дома. В своих ощущениях. Савас изютас. Когда ты теряешься внутри себя. Какой там макрокосмос. Мы часто теряемся в своем микрокосмосе. Ничтожном малом. Как бы хотелось выскочить оттуда. И сказать, Иисус, хочу грибу видеть тебя. Хочу знать тебя. Хочу познакомиться с тобой. Слышал, что ты людей дзирдей, ка ту цилвэкус, счастливыми делаешь. Дари лаймигус. А может, у нас получится? Варбут мумс издосис. Да почему бы и нет? Бет капец, не? Наш Бог. Мусу Диос. Так велик. Ир тик лилс. Он велик. Винч ир лилс. В своем человека люби. Винч мил цилвэкус. Он велик. Винч ир варенц. В своей любви. Сава мил стиба. В прощении. Пьедошина. Великодушие. Цел сердиба. Кто только его не окружал. Kas viņu tikai nav ielens. Кто только к нему не приходил. Kas nav bijis tikai pie viņa. Он сказал, приходящего viņš ко мне. Viņš teica, tas, kas nāk pie manis. Я не изгоняю его. Es to nepadzīšu prom. Он детей брал на руки. Viņš bērns ņēma rokās. И благословлял. Un svētīja tos. Никого не проклинал. Nevienu nenolādēja. Но когда встречал перед собою. Bet tad, kad savā priekšā satika. Лицемерие. Liekuļus. И фальш. Вилтоему. Он говорил это Винч открыто, teica, то отклад, не боясь никакого не общественного мнения. Ни ну кад собедрискас домс. Он не подстраивался ни под какую систему. Винч не пискнюясь никадой системе. Потому что он был создателем новой системы. Тапецка винч би яун системс радитайс. Системы царства Божьего. Диу валстибс системс радитайс. И те, кто встречались с ним. Ти кур тикас ар виню. Они преображались изнутри. Винь парвертас икшей. Вот почему написано. Лука дели ракстиц. Кто во Христе? Куршир Христу. Тот новое творение. Тас ар яунс радиумс. Древнее все прошло. Viss vecais ir pagājis. Да, он прощает грехи. Jā, viņš piedod grēkus. Да, он исцеляет. Jā, viņš dziedina. Да, он разрушает проклятие. Viņš salauž lāstus. Но это минимум. Bet tas ir minimums. Хотя многим из нас кажется, что это максимум. Nu, mums liekas, ka tas ir maksimums. Когда прощены грехи. Tad, kad grēki piedoti. Когда человек здоров, kad cilvēks ir vesels, и свободен. Un brīvs. Вот это только стартовая линия. Nu, tā ir tikai starta līnija. И его жизненной самореализации. Viņa dzīves realizācija. Самое главное. Pats galvenais. Что Господь Иисус, ka Kungs Jēzus, вкладывает в сердце человека. Ieliek cilvēka sirdī. Настоящую īstu, жизненную мечту. Dzīves sapni. И жизненную цель. Un dzīves mērķi. Которая делает человека самодостаточным. Cilvēku pašpietiekamu. Успешным. Veiksmīgu. И благословенным. Un svētītu. Потому что иногда в 40 лет человек думает, кем бы ему стать? Думает, клют, сидеть в чужих санях, рогова, тащить чужую какую-то лямку, свечу, даже ласку, проклятие. Ласт, судьба человека дзиве, от Господа. Ir no tā kunga. Если ты хочешь по-настоящему знать свою судьбу, liktene, ты должен встретиться с тем, to, кто ее дает. To dod. Он не только мечту дает. Viņš dod ne tikai sapni, судьбу. Viņš dod likteni. Это несколько не одно и то же. Tas nav viens un tas я благодарю Бога, что однажды сам встретился es pateicos с ним. Diem, ka vienreiz satikos ar viņu. Кем только я не хотел стать. Kas es tikai negribēju kļūt. Но когда я встретился с ним, Bet tad, kad satikos ar viņu, он Винч. Он. Винч. Сказал. Сация. Ты должен стоять здесь. Ты вряд стал шейд. А это дорого, много стоит. Bet tas maksā daudz. Мне хочется Man видеть Иисуса. Redzēt Jēzu. Давайте прочитаем это. Иоанна 12 глава. Jāņa 12 nodaļu. Иоанна 12 глава. Jāņa 12. Иоанна 12 глава, Я не думаю, мы читаем 17 стиха. Ласам, ну, 17 пантинь. Иисус всегда был в центре. Здесь он был в центре. Вокруг него всегда вращались все главные события. Грозы я сварю, как я нотикуми.
Только самый ленивый сидел дома. Tikai pats slinkākais sēdēja mājās. Все нормальные люди бежали. Normāli cilvēki skrēja. Враги бежали к нему. Ienaidnieki skrēja pie viņa. Друзья бежали. Draugi skrēja pie viņa. Больные бежали. Slimie skrēja pie viņa. Здоровые бежали. Veselie skrēja pie viņa. Потому что он был привлекательным. Tāpēc, ka viņš pievilka. Если ты познакомишься с Иисусом, ja tu iepazinies ar Jēzu, ты будешь привлекательным. Tu būsi pievilcīgs. Это другой макияж. Tas ir cits. Это вам не пластические операции. Это не ботокс. Операции. Это не ботокс. И вся вот эта вот внешняя красота. Красота человека внутри. Человек скайстум сыр икша. Лицо может быть приятным, а глаза мертвыми. Варбут патикам бы тат смирушес. Настоящая красота. И скайстум. Она внутри. Вне икша. Иисус не был суперменом. Иисус не был суперменс. От него просто излучалась энергия. Но в нем как старое энергия. Особенного качества. И пошел сквалта. Всем энергия. Было уютно рядом с ним. Артем потыкаем копар виню. Тысячи людей. Тысячи людей. К нему. В ненадцпе виня. Я вчера смотрел программу. И сколько раз я с программу? Про Тютчева. Это известный. Это сир позаистомс. Представитель искусства еще. Макслс Парстамс. России. Кривия. И авторы его, ну, биографы говорят. У меня биограф. Ничего особенного не было. Тейца нека и паша не бия. Не совсем ухоженные волосы. Не висай, не совсем осанка. Не висай, но объясните, почему, дрое, когда Тютчев приходил капец, татко Тютчев на садназа, эти вечера ушим вакарем, светские, лайцыгаем. Все симпатичные мужики оставались в одиночестве. Симпатические вирияш палак вентули. У него была, говорит, какая-то необыкновенная харизма, харизма, которая просто людей курвин, кажется, тащила к себе. Вилка песевис. Нет, я не хочу параллели проводить. Чучева и Чучева. Иисуса. Я просто говорю, кажется, что когда кто-то ставит на внешность арею, и игнорирует внутренность, то поверхностные люди будут тот, рядом с тобой. Вирспсея, человек, бустео, вирспсея. А настоящая личность. Бет иста персона ибо. Это красота. Tas ir skaistums. И внутренняя харизма. Un iekšējā harizma. Может быть, не до конца понятно. Varbūt ne līdz galam saprotam. Но тем не менее. Bet tomēr. К тебе люди будут тянуться. Cilvēki tieksies pie tevis. Когда Христос поселится в тебе. Tad, kad Kristus mājos tevi. Когда он будет жить внутри. Viņš dzīvos iekšā. Ты будешь чувствовать, что ты другой. Tu jūtīsies, ka tu esi savādāks. Вчера ты был одинокий. Vakar tu biji vientuļš. И ты кому-то просил. Un tu kādam lūdzi. Пригласите меня на день рождения. Mani uz dzimšanas dienu. Возьмете меня в поездку. Paņemiet mani braucienā. Atmīti меня. Paņemiet mani. Ты бегал за всем. Un tu skraidīji pakaļ visiem. Но когда ты познакомишься. Bet tad, kad tu iepazīnies ar viņu. У тебя отбоя не будет. Tu nevarēsi atkauties. 10 человек. 10 cilvēki. Ухватится за твою. Pieķersies pie tevis. Polui būt gaidīt, slušaj. Un teiks, klausies. Tavam хорошо. Ar tevi mums ir labi. Амен. Амен. Смотрите, я. Скатитесь. Он был в середине всех событий. Я на 12. Я андюп. 17. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал и гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ. Ибо слышал, что он сотворил это чудо. Viņam gājas pretī, jo dzirdēja, ka viņš darīja šos brīnumus. Давайте попробуем вот. Un tagad pamēģināsim. Включить фантазию. Ieslēgt savu fantāziju. Визуализируем этот текст. Vizualizēsim šo tēmu. Весь народ. Visa tauta. Искал его. Meklēja viņu. Мы сегодня бегаем за народом. Mēs šodien skraidām pakaļ tautai. Приходите к нам. Nāciet pie mums. Nāciet pie mums. Nāciet pie mums. Но когда наступает реальная зрелость настоящего христианства, весь народ, без буклетов, без буклетов, без газет, без авизы, без специальных линий, без специальных линий, весь народ, весь народ искал его, меклея виню. А если Христос вчера, bet ja Kristus vakar, сегодня и во веки тот же, un uz mūžiem tas pats, то наша просьба, tad mūsu lūkums, и наша молитва, mūsu lūkšanas, Господи, Kungs, помоги нам так тебя представить. Сегодня, šodien, в современном обществе, чтобы весь народ visa tauta искал тебя. Meklētu tevi. Бог, преобрази нас. Dievs, pārvērt mūs. Переводи нас на другой pārcel уровень. Mūs, citā līmenī.
Потому что если я хочу видеть Иисуса, то люди, которые вокруг меня, они захотят видеть меня. Потому что есть какая-то большая, глубокая связь. Если я не ищу Иисуса, меня никто не будет искать. Потому что у Бога есть какая-то линия. И Он хочет, чтобы вот эти времена евангельские, они вернулись. Весь народ искал его. Потому что он слышал, что он сотворил чудо. Фарисеи говорили между собой. Видите ли, что не успеваете ничего. Весь мир идет за ним. Господи, меня поражают масштабы. Весь народ искал Иисуса. А фарисеи говорят, весь мир идет за ним. Вот мой Иисус. Мой Иисус. Это тот, за кем пойдет мой народ в Латвии. Мой Иисус – это та личность, за которой пойдет весь мир. И всякое колено преклонится перед именем Иисуса Христа. Он будоражил сознание. Одни с уважением и с замиранием сердца. Другие ожесточаясь и презирая его. И представляете, из пришедших на поклонение, подчеркиваю, из пришедших на поклонение, был серьезный повод в Иерусалиме. Не просто ярмарка, где торговали какие-то сувениры еврейские. Они пришли на поклонение. Пусть вот каждое наше служение, оно будет праздником, на котором прежде всего происходит поклонение. Поклонение. Прославленный Иисус привлечет себя к себе не только народ, но привлечет к себе весь мир. И вот появляются на картинке елены. Пришедшие на поклонение и праздник были некоторые елены. Они пришли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Вот суть, вот момент. Наш Иисус, о нем заговорили в соседнем государстве. Иисус. Им заинтересовались просвещенные греки, у которых есть свои античные герои. Они образованнее, чем евреи. Давайте сейчас откроем место 1 Коринфянам. Что про еленов говорит апостол Павел. Смотрите, елены. Как какое взаимоотношение было между евреями и еленами? Читаем. Ласам. 21 стих. 1 Коринфянам. 1:21. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога, в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юристам проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, а елены ищут мудрость. То есть это претенденты на высший уровень логики, логика, религии, религия, философия. Философия. Это не просто, вот знаете, вот я вам расскажу историю. Они претендовали на академические знания в любой сфере, имея за своими плечами философов и учителей мирового значения. Поэтому, приходя на праздники и в Иерусалим, что они искали? Они искали мудрость. Дальше. А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Вы понимаете, стандартные елены, они просто смеялись над этими, казалось бы, примитивными доктринами христианской веры.
Стоило только заговорить о воскресении. Mēs tikai sāk runāt par augšāmcelšanos. Начинался галдеж. Kad sākās. И люди говорили: "Это безумие". Tas ir ārprāts. Когда Иисус говорил о святости. Kad Jēzus runāja par svētumu. Елены говорили: "Это абсурд". Tas ir absurds. Потому что у них были боги святые и грешные. Святые и грешные. У них рождались эти дети богов, и грешные, извращенцы. И когда вдруг Иисус говорит о святости, о чистоте, о семье, о церкви, то стандартные представители, общие статистические елены, они просто с презрением смотрели и говорили: это примитивно. Но bet, при всем том, tā, что для большинства иудеев и еленов это было безумие, все-таки из числа этих еленов нашлись какие-то отдельные представители, которые сказали: мы лично хотим, мы лично хотим познакомиться с ним. Это были мудрые елены. Тебе гудрые греки. Это были мудрые елены. Тебе гудрые греки. Когда сегодня многие люди говорят: что это у человека сака? Новое поколение. Я на паузе. Да знаем мы, что это. А зинам кастер. Все проповеди, что они говорят. Ши святрунского не руна. Там мы это все знаем. Там мы с висто зинам. Новый мировой порядок. Я на посол с карты. Да это абсурд. Это сыр абсурд. И когда спрашивают: а ты он хоть раз поютас, а ты кого-то слышал? Редзей, дзирдей. Нет, а зачем? Бет прыжкам. Об Иисусе так, точно так. Par Jēzu tieši tāpat. Большинство людей, поверхностных людей. Vairākums cilvēku, virspusēji cilvēku. Они так и рассуждают. Viņi arī tā domā. Но, друзья, христианство рассчитано не на поверхностных людей. Nav virspusējiem cilvēkiem domā. А на людей глубокой натуры. Bet priekš dziļas būtības cilvēkiem. Когда самарянка, kad samariete беседовала с Иисусом, runājās ar Jēzu. Она сначала его как иудея рассматривала. Viņa no sākuma skatījās viņu kā uz jūdu. Я говорю: у вас иудеев, teica, а у нас у самарян разный интеллект и разный менталитет. Потом что-то случилось. Потом что-то случилось. И она увидела, как я вижу, viņa, teica, ieraudzi, что ты пророк. Ka tu esi pravied, потому что ты про мою жизнь. Tāpēc, ka tu par man dzīvi, знаешь все. Zini visu. И мы снаружи no стараемся вести красивую жизнь. Uzvesties skaisti. И мы хотим идти по жизни смеясь. Un gribam iet pa dzīvi smejoties. И мы никому в жизнь un mēs nevienam не dzīvē откроем своего израненного сердца. Отверсим свою ивенуто сирду. Мы будем ржать, веселиться, смеяться, тусаться до утра, лидритом. А потом возвращаясь домой, быть потом отгрежутесь мать, плакать в свою подругу, рудасим с вас пивана, чувствую себя истерзанной, ютоте себе соплочить, тонентулю, он не цигу. Любая культура предполагает спектакль. Я бкур культурным вера, маскарад, и все живут под маской, вы сидите возле маскам, которые улыбаются, курс майда, а лица плачут, быть сей срауд. Поэтому, когда Иисус появлялся, tāpēc, tad, parādījās Jēzus, маскарад заканчивался. Маскарад beidzās. Ну что, как ни странно, tāpēc, lai cik nebūtu dīvaini, было одно bij качество у Иисуса. Viena īpašība Jēzum. Не заставляя. Nepiespiežot. Но создавая. Bet radot. Какую-то уникальную обстановку. Kaut kādu unikālus apstākļus. Почему-то он пробуждал в человеческом сердце. Viņš atmodināja cilvēku sirdī. Это глубокое желание. Šo dziļo vēlmi. Снимать маски. Noņemt maskas. Потому что под этими масками. Tāpēc, ka zem šīm maskām. Ни один человек не смог бы быть счастливым. Neviens cilvēks nevarētu būt laimīgs. Я думаю, что многие из нас. Es domāju, ka daudz arī no mums šodien. Все еще носят. Vēl joprojām nesā. Если не маски. Ja ne maskas. То яркие очки. Tad spilgtas brilles. Или какой-то густой макияж. Vai kaut kādu. Или что-то еще. Косметику, vēl kaut ko. Пытаясь спрятаться. Cenšoties noslēpties. Вы знаете, вот Иисус – это откровенность. Jūs ziniet, Jēzus ir atklātība. Это честность. Tas ir godīgums. Это когда сердце открывается. Tas ir tad, kad sirds atverās. В другом случае. Citā gadījumā. Там был званый ужин. Tur bija. Вот эти фарисеи, которые его оспаривали, которые говорили, как должно быть, kur, kur teica, а как не должно jābūt, быть, kā nav jābūt. Они были как раз режиссерами viņi этого режиссер, религиозного театра, teatrim, где все было kur viss bija, в
церкви должно быть вот так, а в мире должно быть вот так. В церкви одна роль, в мире другая роль. Почему раздражал Иисус их? Потому что Он никогда не одевал маску. Он везде был сам собой. Хорошо это или плохо. У каждого свое понимание. Но именно этого не хватало людям. Люди чувствовали, что Его интересует душа. Его интересует душа. Его интересует сердце. И Он называет вещи своими именами. Поэтому и та самарянка вдруг почувствовала, ее сердце прикоснулось к такому мужчине, к такому человеку, которому ни разу никогда не приходилось еще прикасаться перед этим человеком. Она впервые обнаружила, обнажила душу. Тысячу раз. Она обнажала свое тело перед мужчиной, которым было абсолютно все равно до ее души. И только в первый раз она увидела человека, перед которым ей захотелось обнажить душу, разорванную, истерзанную. И именно исцеление этой души, именно это, послужила отправной точкой новой судьбы и новой истории. Вчера она боялась встречаться, но теперь она бежит по деревне и говорит: я нашла того, о котором мы шептались на кухне. Я нашла того, который мне всю жизнь рассказал. И вся деревня произнесла эту фразу, которую произнесли Елены. Нам хочется видеть Иисуса. Это начало чего-то нового. Это начало новой истории. И они все рванули туда. Там, где был этот колодезь. Иисус смотрит на них. Откуда вы взялись? А нам вот эта женщина, с которой ты общался, открыла суть, что ты учитель, но не такой, как все. Что мы с тобой не на сцене религиозного театра, а мы на жизненной сцене. И ты говоришь Un tu saki, о настоящей сути. Par īstām lietām. Маскарад закончился. Маскарад beigusies. И началась новая Un жизнь. Sākās jauna dzīve. Вся деревня. Viss ciems. Говорила. Teica. Нам хочется. Mums gribās. Видеть Иисуса. Ieraudzīt Jēzu. У них были свои представления о Viņiem Боге. Bija savi priekšstati par Dievu. Так как у тебя сегодня. Tāpat kā tev šodien. У них было свое образование. Viņiem bija sava izglītība. Как, впрочем, и у тебя сегодня. Kā tev arī šodien. И они имели свои стандарты viņiem жизни. Bija savi dzīves стандарты. Как и у тебя сегодня. Tāpat kā arī tev как šodien. У тех еленов. Kā тем греķiem. Но в один момент времени. Bet vienā mirklī. Когда кто-то. Kad kāds. Что-то тебе рассказал. Kaut ko tev pastāstīja. Эксклюзивное, уникальное, сердечное. Уникал, то, что коснулось твоего то, сердца и обожгло. Сердце, и обдадзинай то. Вдруг у тебя просыпается это желание. Пекшни, мне хочется Man gribas видеть Иисуса. Jēzu. И это желание Un šī vēlme заставляет тебя piespēš tevi двигаться. Kustēties. А если кто-то Bet, ja kāds ищет Иисуса, Jēzu, Иисус обязательно tad Jēzus noteikti скажет, Teiks, пришел час ir pienākusi stunda прославиться погодиaties человеческим cilvēku dēlam. Если его я виню кто-то kāds страстно и по-настоящему ищет meklē знай tad zini момент великой славы liels godības mirklis он приближается viņš tuvojas именно жажда un tieši alkas и это жгучее желание un šī degošā vēlēšanās ieraudzīt Jēzu является детонатором ir kā detonators этой великой Божьей славы šai lielai Dieva godībai если кто-то ищет Иисуса ja kāds meklē Jēzu он обещал viņš solīja и он обязательно исполнит un viņš noteikti piepildīs прославится погодināsies cilvēka dēls в прощении piedošanā в исцелении dziedināšanā в благословении svētībā со всех сторон no visām pusēm amen
Так вот на этот вот банкет. Тот лук ушел банкету. Пришла неприглашенная дама. Отнаца, не узайцената дама. Она слышала, что Иисус там. Она слышала, что Иисус там. Но ее туда не пригласили. Не айтинаю, а ее клиенты, клиенты были на воротах. Варт, у входа. Пиеес, в бабочках. Тавориньос, с бокалом шампанского. А глаза, с умным видом беседующие друг с другом. Она знала их все. Библия говорит, что это была падшая женщина. Она знала весь этот спектакль. Почему мытари и блудницы быстрее идут в Царство Божие, но не так быстро идут в церковь, потому что иногда церковь напоминает вот этот религиозный спектакль. Поэтому у нее в сердце было жгучее желание не с религиозной системой подружиться. Мне хочется Мангрибас видеть Иисуса. Где он? Курвинч. Какой день сегодня? Как день сегодня? А, какой адрес? Кад адрес? Я слышал, что его туда пригласили. Она пришла без пригласителя. Без елугума. Когда на воротах спрашивают, вы куда? Тогда вартос я утаю, Иисус курьер. Если женщина захочет. Если ведь сагребес. Пройдет куда хочет. Она прошла как львица. Не успели глаза моргнуть. Она искала его. Она искала его. Где он? Курвинч. Эти солидные мужчины, джентльмены, смотрели на хозяина. И говорят, что такое? Ну, есть, нарушение. Паркапонс. Откуда она взялась? Ну, куренц, виня узрадас. Ладно, ладно, там, в борделе Лаби, ее видеть. Почему она здесь? Она бы тебе сказала. Виня ты отейкту. Хочу. Грибу. Видеть. Редзет. Иисуса. Езу. Хочу. Грибу. Посмотреть. Ескатитес. Глаза. Виня ацис. Тебе исцеление нужно, ты процветание вай, нужно, цветачка нужна, тебе какое-то продвижение. Ты вай, как мне ничего мне не нужно. Не мне ман нужен вайага. Иисус. Зикс Иез. И когда она увидела, ну, тетка вини иродзи. Где-то там. Каут куртур. Вы знаете, эта жажда алкас пройдет сквозь все условности. Это жажда. Шиз алкас. Опрокинет все баррикады. Обгазит весь баррикады. И она увидела его. У меня родзи и виню. Она упала, она просто рухнула. Нокрит, вы не мигаешь сабрука. И она плакала. У меня раудая. Она плакала. У меня раудая. И своими роскошными волосами. У нарсовим скайстая матем. Она вытирала его ноги. Вы не слауцы и виника. И все люди. Он высветил ваки. С презрением. Арницинаюму. Смотрели на эту, скатиас, как им казалось, чудовищную картину. Ликал, что но на самом деле, патесība, это было потрясающе. Картина. Айна. Манифестации Божьей любви. Манифестации. Если кто-то якац, страстно дедзи, и неумолимо ищет Иисуса, Иисуса, пришел час, тогда пенакус и стунда. Ему прославиться. Если у тебя есть это желание. Я Господь прикоснется к тебе. Кунгс пескарсес тев. Он явит славу. Винч парадис годиебу. Прощение грехов. Грэку пьедошен. Он простит тебя. Винч пьедос тев. Исцеление. Дзиединашен. Он исцелит тебя. Винч дзиединас теви. Если тебе нужна мудрость. Я тер вайдзик гудриеба. Он поднимет и винч даст тебе мудрость. Винч пацелс тев. Дос тев гудриебу. Стоял хозяин. Ставейнам саймникс. Осуждая. Носу отдот. Говорит, о, если бы он был пророк. Он, teica, ja он правец, бы знал, какая женщина прикасается. Знает, Иисус читал мысли. Bet, ja говорит, в том-то и дело, что я пророк. Лет, ka es esmu и я знаю, какая женщина прикасается. Es zinu, вы меня не ищете. Bet jūs man nemeklējat. Так, как ищет вот эта женщина. Tā, kā meklē man šī sieviete. Это наш Иисус. Tas ir mūsu Jēzus. Почему его обвиняли? Kādēļ viņu что он друг мытарям и грешникам. Ka viņš ir draugs что он любит есть и пить вино с грешниками. Dzert, est, а вот эти фарисеи, они такие чистые. Bet šie farisei они безгрешные. Viņi bezgrēcīgi.
Иисус и религиозная система – это не всегда одно и то же. Viens un tas pats. И настоящий поиск веры un īsti, ticības meklējumi, или настоящий поиск vai īsti, смысла жизни dzīves jēgas meklējumi, это когда ты tas ir tad, kad tu начинаешь понимать, sāc saprast, что Иисус, ka Jēzus это суть, tā ir visa lieta būtība, всего сущего, visam esošajam. Хочу видеть, gribu ieraudzīt Иисуса. Jēzu. А когда Иисус чувствует, что Bet его лично кто-то ищет, meklē, в долгу он tad не останется. И он un viņš прощается тебе. Piedod, tev tiek piedod. Множество грехов. Daudz grēku. Прощается. Tiek piedoti. Множество грехов. Daudzums tavu grēku. Давайте прочитаем еще одно место. Izlasīsim vēl vienu rakstu vietu. Это Деяния апостолов. Tie ir apustuļu darbi. Деяния апостолов, 17 глава, 17 нодаля, и с 26 стиха. Uno. Я хочу проанализировать причину появления этого жгучего желания. Это не само собой разумеется. 26. Деяния 17:26. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем. Бог сотворил человека и в нашем естестве хотим мы или этого не хотим, заложена программа поиска творения своего Творца. Эта программа, она заложена в нас. От одной крови Бог произвел весь род человеческий, дабы они искали, не найдут ли и не ощутят. Когда Дух Святой прикасается к нашему сердцу, он включает эту систему поиска, дабы они искали. И блажен человек, который не мешает ему включить эту программу поиска, дабы они искали. И нам кажется, что это я искал Бога. Это я его искал. Если бы Бог не произвел в нас свое хотение и свое действие, мы бы никогда в жизни даже ощущения не имели. Поэтому не мешай ему сейчас в твоем сердце включить эту программу поиска, дабы они искали. Дух Святой обличает Святой человека во грехах. Без Духа Святого никогда не будет покаяния. Нам кажется, что Дух Святой начинает работать с нами после того, когда мы покаялись и родились свыше, и крещение Духом Святым пережили. Нет. Дух Святой Святой начинает с нами работать страдат, задолго до того, как мы оказались в церкви. Кто еще, как не Святой Дух, ведет грешного человека к покаянию? Кто, как не Дух Святой, включает человеческое сердце этот механизм угрызений совести, который кричит и говорит, и ничего в жизни не поменяешь, если ты не встретишься с Иисусом. Поэтому честные люди, которые живут в гармонии со своей совестью, они будут чувствовать это жгучее желание. Многие из нас выключают, как навигацию в настоящее время. Мне все равно, что там какой-то голос говорит, впереди какой-то поворот, а я поеду прямо. Мы вправе рассчитывать либо на аварию, либо на послушание. Поэтому, когда честный человек, живущий в гармонии с самим собой, чувствует, как
некая сила, потому что о Духе Святом мало кто знает, вдруг обостряет твои ощущения, и ты начинаешь мыслить о высоком и прекрасном. Вдруг тебе становится отвратительной всякая грязь и мерзость, и у тебя рождается желание: хочу чего-то другого, хочу видеть Иисуса. Моя молитва: не убивай этого желания. Потому что это желание приведет тебя к твоей судьбе. И эта судьба благословит тебя. Не абортируй это желание. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Все люди, которые прямо или косвенно повиновались этому сигналу, они получали великое благословение. Давайте откроем сейчас еще одно место. Луки 10. И 38 стих. 38 стих. Лук 10:38. В продолжение пути их пришел он в одно селение. Пришел в одно селение. Здесь женщина имени Марфа. Приняла его в дом свой. Варда, узнай, нама. У нее была сестра имени Мария. У меня была сестра. Села у ног Иисуса. Марита обседалась. И слышала слово его. Клаусиас Невардус. Много ли Марфа знала про Иисуса? Вайдаутс Мардзина и Придеиз. Мало ли она знала. Мы не знаем. Вообще, я заметил, одни женщины здесь вот сегодня фигурируют, а? Фигурирует. Женщины, наверное, вся страна смотрит. Сивит. Можете в доме дьявола привести Иисуса. Но лучше Иисуса. Иисус, он как-то особенно относился вот к этим вот, глазам, вот к этим словам и вот к этим судьбам. Марфа. Марта. Чего она там понимала? Она здесь выглядит вообще в негативном плане. С черпаком, с кастрюлями. И что-то там недовольна была, что там Иисус делает. Но Иисусу так это нравилось. Вы знаете, если от женщин так много зависит, смотрите, здесь был Лазарь. Здесь был Лазарь. И он вошел в историю только тем, что он был мужчина. Второе, что он болел. Третье. Он вошел в историю, что он помер. И четвертое, по ходатайству своих сестренок, они просто его еще вытащили оттуда. Мужчины, давайте поблагодарим Господа за женщин, которые вокруг нас стараются сделать нас счастливыми. Хлопайте, хлопайте. Смотрите, мое желание сегодня, чтобы у нас по отношению к Иисусу, знаете, вот поменялись отношения, и чтобы Дух Святой произвел эту ревизию. И смотрите, чтобы каждый день, проверяя свое сердце, мы отвечали себе вопрос: хочется ли тебе сегодня видеть Иисуса? Если хочешь, то каждый день будет днем, где Иисус Христос прославляет. Смотрите, от Марфы все началось. Не от Марии. Марфа Иисуса привела. Мария сидела у ног Иисуса. О чем они шептались? История умалчивает. Но, по крайней мере, когда начались проблемы, и Лазарь помер, вот в этом доме Иисус прославился. Вы понимаете, никогда ты не проиграешь, если однажды ты исполнишь свое желание видеть Иисуса и прикоснешься к Нему. Бог так благ. Бог так велик. Поймите, я проповедую сегодня, прежде очередь, в
первую очередь самому себе. Я хочу видеть Иисуса каждый день. Я хочу общаться с Ним каждый день. Контактуйтесь с Ним каждый день. Потому что если бы не Иисус, я не знаю, где бы сегодня я был. Иисус. Jesus. Говорит, что из Его рук нас никто не похитит. Иисус сказал, что Он будет с нами во все дни. До скончания века. Мое огромное желание, чтобы Дух Святой сегодня проревизировал наши эмоции, наши желания, наш микрокосмос, и чтобы Он навел порядок. В области приоритетов. Приоритет Йома. Прежде всего ищите. Пирмам картам Меклея. Царство Божье. Дио Валстей. Во главе которого. Курпрежгла. Ирьеиз. Он сказал, я с вами во все дни до скончания века. Бушлыц пасолыц галам. Самое великое счастье. Патлила Акалай. Знать. Зинат. Он рядом. Винчер Блакус. Он держит нас за правую руку. Винч турмус пей лабас рукас. Что будет завтра? Бус рита, с этой проблемой беженцев. А шо беглю проблем? Мы не знаем. Мейс не знам. Но пахнет войной. Без мажу пецкара. Мы не знаем, что там на Украине происходит. Мейс не знам каструнуты, как Украина. Но пахнет керосином. Без мажу. Мы видим, что весь петролиз. Мир. Мейс знам. Как будто сходит с ума. Резам, весь посол юг прата. И где гарантия моего покоя, кур, моей защиты мир, и безопасности? Айсардзибс, да никакое правительство. Некад валдиба. Тебе. Teo. Не обеспечит не нас. Безопасность дрошību. И защиту. Un aizsardzību. Мы знаем, Mēs zinām, что есть только одна гарантия. Ka ir tikai viena гарантия. Максимальная. Maksimālā. Испытанная. Pārbaldīta. Нашей безопасности. Mūsu drošība. В лютое время. Ļaunā laikā. Это наш Иисус. Tas ir mūsu Jēzus. И блажен человек. Un svētīts cilvēks. Которого ты вразумляешь, Господи. Kur tu pamāci, kungs, чтобы дать ему покой. Lai dotu viņam mieru. В бедственные дни. Bēdu dienās. Любите Иисуса. Mīliet Jēzu. Ищите Иисуса. Meklējiet Jēzu. Встречайтесь с Иисусом. Tiecieties ar Jēzu. Наслаждайтесь Иисусом. Baudiet Jēzu. Пусть Дух Святой. Lai svētais gars. Выметит всякие религиозные. Izsit katru. Вещи, которые отвлекают нас от Иисуса. Пусть в нашем сознании будет ясное понимание. Иисус Христос во мне. Я хочу Его видеть. Я хочу Его знать. Я хочу Его переживать. И запомни. Дух Святой прославит Иисуса. Погоди нас есть. В тот момент. Тани мирклы. Когда кто-то его. Кад кадс. Страстно. Виню дэди. И неотступно. Он не отлайдиги меклэйс. Мой поиск. Откроет его славу. Меклэйм отверз. Его силу. Годи бун спай. И его благословение. Виню светис. Давайте закроем глаза. Айзверсим сэлсатс. И давайте помолимся. Палоксим. Молись этой молитвой. Лудзер шо лукшен. Хочу видеть тебя, Иисус. Либо рецепт тебе есть. Хочу знать тебя, Иисус. Либо зина тебе есть. Хочу любить тебя. Грибу милая ты. Еще больше. Велвайрак. Дух Святой. Святый Сгарс. Дух Святой, разбуди в нас. Сгарс. Отмодини мусос. Это страсть. Шо декс. Разбуди в нас. Отмодини мусос. Это глубокое желание. Шо дзилю велеш нос. Дух Святой у твоих ног. Иисус, мы стоим. Jezus, мы ставим. И благодарим тебя. Un pateicamies tev. За то, что ты все видишь. Par to, ka tu visu redzi. Ты все понимаешь. Tu saproti visu. И даже если люди судят. Un pat, ja cilvēki tiesāma. Ты никогда. Tu nekad. И даже если люди не понимают. Un pat, ja cilvēki nesaprot. Ты читаешь наше сердце. Tu lasi mūsu sirdi. И у тебя есть только одно желание. Un tev ir tikai vien vēlēšanās. Чтобы мы были счастливы. Lai mēs būtu laimīgi cilvēki. И благословенными. Un svētīti. Мы любим тебя. Mēs mīlam tevi. Мы превозносим твое святое имя. Mēs paaugstinam tavu svēto vārdu. И мы просим тебя, входи в наши дома. Tev, ienāc mūsu namos. Входи в наши сердца. Ienāc mūsu sirdīs. Входи в наше сознание. Ienāc mūsu apziņā. Дух Святой. Svētais gars.
Производи в нас хотение и действие. Во имя Иисуса Христа. Помоги нам никогда не уничтожить эту страсть и этот магнетизм. Я прошу, благослови сегодня женщин и мужчин, которые находятся в этом зале. Я прошу Тебя, обнови, Господь, наше мышление. Прикоснись к тем людям, которые хотят видеть Тебя. Открой наши глаза, чтобы мы видели. Открой наши уши, чтобы мы слышали. О, Дух Святой, открой славу Иисуса Христа. Открывай, Господь, Его глубину, Его красоту, Его благодать. Начинаем молиться сейчас на языках, чтобы Слово Божье, оно растворилось внутри нас. Гламбрес талема грубедели крупаджена ланда. Брамби дале кроман джилинг рсорбе джерила. Рамбле штирге туламре гетчиндерия. Ламбренге соджиндели глумангире. Кела магиба соджедерия. Кела мегазомбере дагусабендалерия. Гломари масеку миндиан соле бенджилея. Brahmin Alexum Men Alexim Manele. Mena Mena Kromesangele Brasinele. Armina Lera Blossa Menale. Kamina Lera Masum Geru Manele. Armina Lixam Bida Lera Blow. Alemale Sira Lelek Manele. Hallelujah. Hallelujah. Ramina lake samedereya kiramane kamin glansora ale mare sinje kiramendre samberere lamin glansora menge tolale meneria armina lenge algoti manelereria almere lek samera lokramenereria Alla radio gossone ne bressere, chi la va a scere vedere, che al maghele rexo manere, rambi da paraflossa vedere. Alleluia. Давайте вместе помолимся. Скажи, драгоценный Дух Святой, благодарю Тебя за это Слово. Я благодарю Тебя за любовь, которую Ты проявил в лице Иисуса Христа. Проверь мое сердце. Испытай меня, Боже. И зри, не на опасном ли я пути. И направь меня на путь вечный. На тот путь, которым является Иисус Христос. Проливи Ревизируй мои желания. Господь, мне ничего не нужно. Сегодня Ты нужен мне. Больше, чем вчера. Нуждаюсь в Тебе. Не могут выразить уста. Нуждаюсь в Тебе. Господь, как никогда. Ты нужен мне. Ты нужен мне. Ты нужен мне. Больше, чем вчера. Давайте встанем, откроем сердце. Подними руки и поклонимся Ему. Слова, нуждаюсь в Тебе. Господь, как никогда, Ты нужен мне. Ты нужен мне. Нужен мне. Больше, чем вчера, нуждаюсь в Тебе. Не могут выразить слова, нуждаюсь в Тебе. Зови это в Господь, как никогда, Ты нужен мне. Ты нужен мне. Больше, чем песнь моя, больше дыхания, больше служения. Тебя, ты нужен мне. Аллилуйя.
glemar bazan gira la crumba gira Сейчас тебе нужно исцеление. Положи левую руку на свое больное место. Правую подними вверх. И благодари Иисуса. Скажи: Иисус, благодарю Тебя, что все мои болезни и все мои проклятия Ты взял на Голгофский крест. Благодарю Тебя, что ранами Иисуса Христа я освобождаюсь от своих ран. Ранами Иисуса мы исцелены. Поэтому я отвергаю и отрекаюсь от всякой болезни, от всякой немощи. Мне не принадлежит проклятие. Мне принадлежит благословение. Мне не принадлежат болезни. Мне принадлежит здоровье через Иисуса Христа и Его искупительную жертву. Я принимаю окончательное исцеление для всего моего организма. Гламбрес Анджелило Рогер Макиндери Ямландая. Если тебя мучают страхи, пожалуйста, положи свою левую руку на свою голову. Подними правую руку вверх и скажи: во имя Иисуса я отрекаюсь от всяких безумных идей, от всякого страха, от всякой паранойи. Я во Христе, я новое творение. И тот, кто во мне, он больше того, кто в этом мире. Принимай освобождение от страха и скажи: во имя Иисуса я отрекаюсь от всякого страха. Ну что, Бог дал мне не дух боязни, но дух силы, любви и целомудрия. Я принимаю этот дух. Краме шакла ме кромба джегура мая. Пламбресе джендель гаргателе лабресе дерея. Во имя Иисуса, кто-то разочарован, и молись вместе со мною, и скажи: во имя Иисуса, я отрекаюсь от всякого разочарования. Я хочу видеть Иисуса, который дает мне новый старт, который дает мне новое начало. Благодарю Тебя, Иисус, что Ты обновляешь юность мою, Ты обновляешь жизнь мою. Я не соглашаюсь на поражение. Если я рожден от Бога, я рожден побеждать. Все, что рождается от Бога, побеждает этот мир. Если кто-то борется с грехом, произнеси эту молитву и скажи: если Христос во мне, тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если Христос во мне, тело мертво для греха, а дух жив для праведности. Я благодарю Тебя за чистое сердце, которое Бога узрит. Благодарю Тебя за эти святые желания видеть славу Твою и, взирая на славу Твою, преображаться в тот же образ. Иисус Христос, я поклоняюсь Тебе, я люблю Тебя, и пусть придет час прославиться Сыну Человеческому, и пусть в моей судьбе наступит час, когда прославится Сын Человеческий, благодаря моей жажде, моему глубокому неотступному стремлению увидеть Тебя. Пусть наступит день, наступит час прославиться Сыну Человеческому. И молись на языках. Благодари Бога за исцеление. Благодари Господа за освобождение. Армани лакроши, дали лакроши, арами чакла, варемуши, лакроши, арами лакроши, 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 лакроши
Уважаемые братья и сестры, должен сказать, Господь никогда не растягивал удовольствие в тот момент, когда Он кого-то исцелял. Он никогда не растягивал эту процедуру на 2 часа или 3 часа. Одно прикосновение своего оголенного сердца к Нему за 1 секунду происходят чудеса. Поменяйте парадигму. Не всегда нужно выходить вперед. Женщина, просто прикоснулась. И от Него изошла сила. Я в духе чувствую, но когда Он рядом с тобой, Он рядом с тобой, намного ближе, даже чем ты думаешь. Он не просто рядом, Он в тебе. Иисус, который в тебе, способен решить все проблемы, которые в тебе. Позволь Христу убить вражду и получить награду. Аминь. Возьми сейчас свою жертву. Присядьте, пожалуйста. Евангелие от Луки 8. После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя благовествие Царства Божия, с Ним 12. И некоторые женщины, опять женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалина, из которой вышли 7 бесов. Иоанна, жена Хузы, домоправителя Ирода и Сусана, и многие другие, которые служили Ему имением Своим. Знатные дамы. Давайте сейчас поблагодарим Иисуса своими пожертвованиями. Самое драгоценное, что у нас есть. Библия говорит, где сердце ваше, а где сокровище ваше, там и сердце ваше. Так бы хотелось, чтобы Иисус стал нашим сокровищем. Эти женщины служили Ему имением. Он заходил в солидные дома. Если бы они жили в Латвии, скорее всего, они бы жили в Юрмале или в Пеньках. Пентюс. Или в Старой Риге. У них были большие дома. Представляете, жена домоправителя Ирода. Это серьезно. Они служили имение. То есть мы, когда приносим жертву, это служение. Вспомни, как много Иисус для тебя сделал. И возьми эту жертву благодарности. И давайте мы помолимся. Давайте поднимем жертву. И вместе скажем: драгоценный Господь, благодарю Тебя, что Ты так щедро служил мне. Благодарю Тебя, что любишь, терпишь, прощаешь, исцеляешь, ведешь дальше. Ты так много служил. Защищай меня. Утверждай мой авторитет. Открывай цели. Раскрывай талант. Ты так много послужил мне. Ты себя принес в жертву. И вот моя жертва. Как дар благодарности. Как знак моей веры. И взаимности.
Пусть Твое имя прославится. И пусть эта жертва будет угодна Тебе и впечатлит Тебя. Прошу Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Амин. Ашеры, пожалуйста, все селедры поедут. Давайте сыграйте что-нибудь. Какой-то гимн любви, Иисус. Слава Тебе, аллилуйя, мой Господь, слава Тебе, слава Тебе, мой Господь, слава Тебе, спасибо Тебе, спасибо слава. Тебе, не надо спасибо, слава, мой Господь, слава Тебе, слава Тебе. Одно желание мое быть к Тебе ближе. Только одно желание мое жить в Твоем свете. Всю славу воздать pateicos debesu zemes Dievs. Es Tev pateicos, dārgais Kungs, ka Tu izlai savu mīlestību mūsu sirdīs. Es Tev pateicos, Kungs, ka tad, kad mēs meklējam Tevi, mēs atrodam, Kungs, ka Tu nekad nenokavē. Tu turi mūs savās rokās, Tu stiprini mūs, Kungs, ka Tu izlai mūsu dzīvēs un sirdīs savu mīlestību, Tēvs, ka mēs neesam vieni un pamesti. Es Tev pateicos, Tēvs, ka ik viens, kurš cer un paļājās uz Tevīm, kaunā nepaliek, tāpēc, ka Tu esi mīlošs, Tēvs. Es Tev pateicos, Kungs, pieņem šos upurus, kas ir uz altāra, Kungs, kas ir mūsu mīlestības izpausme. Es lūdzu Tev, debes un zemes Dievs, lai šie upuri ir tīkama smarža Tev, Kungs, un Tavas sirds atverās. Kungs, piepildi mūsu dzīves vēl vairāk, ar deksmi un vēlmi meklēt Tevi, Kungs, lai mēs vēl dziļāk iepazītu Tavu mīlestību. Kungs, lai Tava grība atverās mūsu dzīvēs. Kungs, lai likteņi piepildās, kā Tu esi paredzējis mums. Kungs, Tu esi Dievs mums lielu un varenu nākotni. Es pateicos Tev, Tu esi Dievs.
Es pateicos, kungs, ka tu apmierini katru mūsu vajadzību pēc savas pilnās godības un bagātības. Kristu Jēzu, kungs, ka katra mūsu vajadzība ir tavā priekšā, tu paņem to savās rokās un tu izlej no sava gara pār mums bez mēra. Slava tev, gods, un pateicība Jēzus Kristus vārdā. Amen. Пережили вы сегодня Божье прикосновение. Поблагодарите Его за это.